Чем больше мы задумываемся над тем, что мы знаем о себе, откуда мы пришли, что мы делаем, тем больше мы убеждаемся, что нам лгут. Нас обманывают все общественные структуры, потому что вашим хозяевам плевать на вас и на ваши семьи. Их волнует только то, что волновало всегда — власть и контроль над всем миром. И пока вы не будете готовы увидеть правду, какая бы она ни оказалась, кто бы вам ее ни сказал, хотите ли вы взглянуть на мир по-новому или продолжать играть в свою игру, то рано или поздно вы поймете, что вы заигрываете со вселенским правосудием. Чем больше вы развиваетесь, тем больше вы начинаете понимать природу вещей. Тем очевиднее все становится, и вы начинаете видеть ложь повсюду. Вы должны знать правду, искать правды, и тогда правда сделает вас свободными.